Всем привет, народ. Наконец-то сподобился я. Да, я специально руки замазал в машине, чтобы хейтеров позлить. Ну так вот, будем продолжать разбирать одноразки, которых у меня собралось караул сколько. Только разобраться надо, как они разбираются. Попробуем сейчас здесь ножичком пройтись. Ой, блин. Долго я ковырял его, он походу заклеенный был, пришлось слегка простучать молоточком. Только слегка, потому что я понимаю прекрасно, что здесь литий-ионный элемент, и если его смять, повредить, деформировать, он начнет гореть, и очень сильно. Так, здесь у нас ничего такого нету, на выброс нафиг. Там у нас, ну ясно, что там у нас. Плата с датчиком, с разъемчиком, два в одном. Кстати, а-ля запаска на нагреватель. Дополнительная ватка, она ничем не пропитана и не воняет. Так что те, кто заправляет, их перезаправляет, может иметь в виду. Скотч у нас тут, судя по всему, термостойкий, хотя может быть просто это обычная пленка. Ну, мне кажется, это все-таки термостойкий скотч. О, не во всех нагревателях вот такие трубочки есть, жаростойкие. Не во всех. А тут он еще и на проводке отдельно. О, как. Это мне прям очень нравится. Да, классненько. Сейчас возьмем отвертку, открутим нам. Нам открутим всем для обзора. Так, надо чуть-чуть прерваться. Открутил. Отверткой ткнул, что-то там заискрилось, засветился светодиодик. Вот он, светодиодик. Type-C разъемчик. Да резинку не буду снимать, пусть остается. Так. А вот аккумулятор. Аккумулятор я попрошу остаться. Мы сейчас этот скотч отковыряем. Проводки отпаяем. Ну, вот эту вот, наверное, резинку, да этот нагреватель оставим. Мало ли, для чего-нибудь пригодится. Штука интересная, там спиралька. Кстати, кто подскажет по материалу, что там, вольфрам или нихром? Выпаивать будем паяльничком. Вот такой вот у нас паяльничек. Делал я на него обзор уже. Кстати, да, там написали, что кнопки не очень удобны, потому что они наружу выступают. У нас отключение. Действительно, я пока им паял, несколько раз я его выключал. Еще провод хранения, он довольно твердый. Тоже, кстати, не айс. Прям очень твердый. Надо будет последующие разы, когда будет время разобрать, да заменить на нормальный, более гибкий, тонкий провод. Да и вот я думаю, кнопочки, может быть, чуть-чуть шлифануть, чтобы они так не выступали. В общем, система купи, доработай напильником. Если не забуду, ссылочку я в описании оставлю. Вдруг кому-нибудь захочется, вдруг кому-нибудь понадобится. Так, что тут у нас есть? Ой, канифолька моя уже вся замызганная. Ну, это канифоль с мастерской, где генераторы и стартеры ремонтируются. А там как бы стерильной чистоты не наблюдается. Крышка уже давно потеряна. Да, вот такое вот бывает. Что-то удивительного. Припой. Тоже, который прислали мне попробовать. Отпаяли. Ну, аккумулятор, естественно, на подделки, на всякие. Вот так вот скотч залепим. Мало ли, вдруг еще понадобится. И вот этот вот кусочек скотча тоже налепим на аккумулятор. Потом, если надо будет что-то где-то прикрыть, заизолировать, снимем его и готово. И что по итогу? Трубку я оставляю, хороший изолятор. Электронику я оставляю. Ватку, блин, не знаю, да нафиг она нужна. Выкидываем этот наполнитель с резинкой. Блин, резинка вонючая, ужасная, с ватой этой. Все выкидываем, нафиг. Электронику оставляем, как я уже говорил. Вот такой вот обзорчик, разборчик. У меня их еще хреново туча, извиняюсь за выражение, мой французский, но будем постепенно разбирать.